Водителя Приора ждут неприятные новости. На месте, где припарковался, свою машину он не найдет. Автомобиль забрали, потому что он стоял под знаком. И, судя по снежной шапке, как минимум со вчерашнего дня. Новые правила парковки здесь действуют только первые дни. Остановку машин запретили, чтобы облегчить проезд снегоуборочной техники. Это усложнило жизнь тем, кто парковался здесь по привычке, особенно жителям ближайших домов. Но и они понимают, если дороги будут заставлены машинами, спецтехника здесь не пройдет. Плохо. Машину ставить негде. Очень много снега выпало, и без этого машину ставить негде. Теперь еще и со знаком. Не знаю, где люди будут парковаться. Если на время, пока чистят снег, то хорошо, конечно. Потому что машины стоят, и мы понимаем, что дороги почистить нереально. Тех, кто поддержал новые правила парковки, оказалось больше. Как относитесь к установке новых знаков на этой улице? Ну, нормально все. Устраивает. Чтобы дороги чище были, машины мешаются, это нормально. Как положено быть. Некоторые отвечали и более аргументированно. Все, что касается охраны труда, это написано кровью, обязательно нужно. Пока мы общались с автомобилистами, эвакуатор вернулся. Водителю этой иномарки тоже придется искать машину на штрафстоянке. Правила парковки изменились на двух дорожных участках. На проспекте Тукая знак запрещает остановку машин на участке от дома номер 11 до пересечения с улицей Советской. По улице Чернышевского на участке от улицы Маяковского до проспекта Тукая.